Денис, приветствую тебя. Привет. Первый эфир на этой неделе. Даже хорошо, потому что следующий у нас с тобой будет уже в четверг после заседания Американского центрального банка. То есть я думаю, что в плане фундамента, за который я как бы ответственен, это событие номер один, номер два и номер три. Потому что ранее мы получили очень много предварительных установок того, что ждать от американской политики, демократской политики, уже это стимулирующего режима в поддержку экономики. Байден вроде бы как уже и первую инициативу свою обозначил, это стимулирование почти на 2 триллиона долларов. Я думаю, что точно не будет проблем с прохождением этих стимулов в Конгрессе, потому что он, по сути, контролируется практически полностью демократами. И вот последние кадровые перестановки, я думаю, что, по-моему, мы уже их с тобой обсуждали, то, что Минфин возглавляет теперь Джанет Йеллен. Хотя вроде бы как есть уже официальное подтверждение, вроде бы как Конгресс дал зеленый свет. Но и в некоторых источниках я еще вижу информацию, что пока что это не совсем еще официальное заявление. Но я думаю, что точно ей отдадут это ведомство. И сейчас мы ждем заседания американского регулятора, которое стартует сегодня, но это двухдневное заседание, итоги подводятся традиционно в среду. Оно почему может быть интересно? Потому что сейчас мы как раз будем лицезреть, как в связке работают Минфин, правительство и Центральный банк США. И чтобы вот эта политика была, наверное, справедливой и уместной для текущих реалий американской экономики, когда США пытаются по-прежнему противостоять последствиям ковида, все приходят к выводу, те, кто, наверное, адекватно оценивают то, что происходит в моменте, что экономика США нуждается в дополнительных деньгах. Поэтому мы видим сейчас рассвет буквально безумие, которое творится в американской фонде, потому что американский фондовый рынок, NASDAQ, S&P, Dow Jones, и, разумеется, костяк всех этих индексов сейчас показывает восходящую динамику, потому что все, с одной стороны, верят в то, что эти деньги придут, может быть, больше своей частью даже не в реальный сектор экономики, а только лишь на фондовый рынок, поддержит то ралли, которое мы уже наблюдаем. Я предлагаю сегодня в этой связи пару слов про индекс S&P, который является бенчмаркой всего американского рынка. Если у тебя есть там какие-то технические наметки, будет неплохо, если сможешь прокомментировать. Я думаю, что американский фондовый рынок, который остается на исторических максимумах, сейчас не может не интересовать, потому что все задаются вопросом, до каких же значений будет продолжаться эта ралли? Можно ли еще прыгнуть в этот состав или уже поздно? Стоит ли там ждать следующих округлых ориентиров? Я предлагаю прямо перейти к демонстрации экрана и прямо с S&P. Да, давай. Так, S&P у нас 3842 пункта. Фактически мы в одном шаге, совсем большом шаге от обновления исторического максимума, то есть закрепление выше 3860 пунктов. Поскольку это хаи, то есть выше которых рынок еще не был, здесь как бы трудно ставить в качестве целевых ориентиров следующие значения. Только лишь руководствуясь там логикой круглых цифр, куда-то ведь индекс должен дальше двигаться. Я бы пока порекомендовал присматриваться к значению 4000 пунктов. Эту цель я транслирую очень давно, еще с конца прошлого года. И, кстати говоря, ее также поддерживает Bank of America и Citi, которые считают, что 3850 и следующее движение в районе 4000 пунктов мы увидим сразу же, как только на рынке под знаком молнии появится новость о том, что Конгресс США принял пакет экономических стимулов на 1,9 триллиона долларов. И часть этих средств, 1 триллион точно, это те деньги, которые идут домохозяйствам, и можно сделать вывод, что большая часть этой суммы, скорее всего, реально окажется на фондовом рынке. Поэтому я предлагаю, друзья, всем тем, кто интересуется сейчас фондой, S&P, всем тем, кто ищет оптимальную точку входа, работать с линией восходящего тренда, которая сейчас должна быть вам заметна на графике, который я показываю. Причем лучше всего, наверное, дождаться сейчас коррекции, которая неоднократно была уже на всех дистанциях, в район 3800 пунктов, и уже там присматриваться к покупкам с забегом уже до 4000 пунктов.
Также традиционно, думаю, ну, пару слов про индекс доллара, это поскольку от него, в принципе, зависит динамика всех других инструментов, я по-прежнему ставлю на снижение. И, кстати, это снижение может начаться, я очень надеюсь, что уже на ожидание как бы еще до оглашения завтрашнего решения по ставкам и до начала пресс-конференции. Потому что мне как бы очень непонятна была бы восходящая динамика индекса доллара, например, на комментариях Федрезерва о том, что ставки будут низкими в течение длительного периода времени, нисходящие как бы риски для экономики сохраняются, и поэтому нужно как бы проактивно действовать, работать с этими рисками через проведение более мягкой монетарной политики. Короче, чем мягче будет риторика Пауэлла завтра, может быть, даже, знаешь, Денис, он уже будет как бы ориентироваться и на поддержку Минфина, потому что он знает, что его один из лучших друзей, Джанет Йеллен, которая, в принципе, коллега по цеху, он сменил ее на посту главы Федрезерва, будет рядышком со всеми сидеть в соседнем здании в буквальном смысле и будет ему помогать тащить идеи еще большего стимулирования экономики как фактора поддержки для США. Короче, я считаю, что эту неделю мы по индексу доллара можем завершить ниже 90 пунктов, но для этого нужно, чтобы завтра, хотя бы по итогам заседания Федрезерва, мы реально начали валиться. Также предлагаю обратить внимание на золото. Здесь, как и ситуация с фондовым рынком, работает линия восходящего тренда. Сейчас котировки 1854. Если скорректируемся еще хотя бы там на 10-15 долларов вниз, я думаю, что классная будет точка для захода в длинные позиции, ожидания как раз еще большего восстановления. И по евро, доллару, вот мне нравится текущая динамика. В частности, мы волатильность остается для европейской валюты довольно высокой. Вот мы фактически сегодня сходили там в район отметки 1.21, потом восстановились до уровня 1.2140. Я считаю, что оптимальная точка входа – это примерно ну, поближе к уровню 1.20, хотя я допускаю, что, наверное, до уровня 1.20 вот рынок даже не дойдет. Поэтому будем использовать какую-то медианную точку отправную для торговой сделки. И предлагаю в связи с этим работать с поддержкой уже не 1.20, а 1.21. И в случае повторного снижения к этому рубежу покупать евро в расчете на то самое скорое ослабление доллара, о котором я только что говорил. Денис, слово тебе. Так, слово взял. Значит, ну, собственно, вот на чем закончили, с того и начнем. Дело в том, что по евро я, в принципе, разделяю твои мысли. На прошлом брифинге я склонялся к варианту, что все-таки попытаются дотестировать область 1.20, но как-то совсем уж прям слабо туда цена идет. Вот. Плюс ко всему, я смотрю, вот вчера у нас очень красивое такое точное вливание как раз по евро было сделано прямо на вот таком пиковом внизу снижении. Сегодня снова эту же область протестировали, поэтому я совсем с небольшим риском тут на 25 пунктов всего лишь попробовал все-таки купить, потому что у меня есть личное впечатление о том, что вряд ли могут до 1.20. Если вдруг туда добьют, оттуда однозначно нужно будет скупать, потому что даже всю опционную картину рынка, если просмотреть, то сама по себе нижняя граница вот, по премиям находится в районе 1.1975. И в принципе, туда ну, цена вовсе не обязана двигаться. Сейчас цена вот прям идеально находится в балансе в середине. И сейчас я покажу даже, где это более точно будет. Вот. И границы, получается, вот они находятся. Нижний вот здесь, верхний вот здесь. Неделька вот у нас и месяц выше. И получается, что как бы евро и не туда, и не сюда. То есть реально ровно 50 на 50 получается. Вот. Ну, как по мне, то все-таки как-то с позиции буков здесь ситуация чуть получше выглядит, поэтому можно попытаться так вот крайне сниженным консервативным риском его попытаться все-таки откупить. А касательно индекса доллара, то здесь, в принципе, естественно, зеркальное отображение, потому что в отдельном весе индекса доллара у нас евро там в районе 56%, насколько я помню, и в целом, вот если по технической картине взять, то тоже вполне логично выглядит добой самой формации, либо ее уже завершили, либо еще чуть-чуть ее могут добить, и затем снова на разворотку вниз. Тем более, ты уже сегодня говорил там по поводу стимулирования экономики, допечатывания денег там 1,8 триллиона,
триллиона, вот, которая на 3 февраля назначена, то в целом, я думаю, что могут даже еще эту недельку пофлетить, а вот со следующей недели уже нормально двинуть. Как раз это у нас очень четко попадет. Хотя вот среда-четверг однозначно будет очень волатильный для индекса доллара, потому что эта ставка, само собой, ее, понятное дело, не изменят, но вопрос вот самой риторики будет крайне пока еще неоднозначен. Поэтому рынки до завтрашнего дня, я считаю, с огромной вероятностью будут просто во флете находиться. А потом уже вот вечер, ночь точнее, среды и четверг, вот там вот будет все самое интересное. По золоту, ну, обычно, традиционно, когда цена, точнее, когда ставка не изменяется, золото чаще всего дает у нас импульсное движение вверх. И здесь, учитывая то, что у нас депо, крупное накопление находится под ценой зоны покупателей, и цена уже видела, вот даже в депо ударилась у нас вот здесь. Объемы основные, проталкивающие, тоже находятся внизу. Поэтому я лично считаю, что здесь есть у нас достаточно большая вероятность, что цена сможет таки добить выше. Вот здесь вот тоже мощнейшая область сопротивления есть, это зона продавцов, так называемая, вместе с контрольной маржинальной зоной. В общем, если все это подытожить, то я поставил тейк на 1905, и в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы его зацепили, потому что технически для этого уже необходимые условия все выполнены. И касательно индекса S&P 500, я считаю, просто идеально вчера отработалась зона покупателей. Здесь у нас и крупные объемы выливались как раз. И предыдущую у нас вот раз, вот два ключевых недельных профиля попадает, как раз это чуть выше данной зонки. Цена очень красиво ее увидела, в депо ударилась, в зону ударилась, и движение на 3900, по большому счету, открыто. Не вижу никаких причин для того, чтобы цена туда не пошла. Ну, естественно, если у нас на сон грядущий рост индекса S&P 500, собственно, как и остальных фондовых индексов, то обычно доллар идет в противовес. Да, у них бывают там кратковременные сонаправленные движения, но чаще всего бакс в противовес, ну и, следовательно, остальные валюты против доллара, они, наоборот, идут уже в лонг, в том числе и золото. Вот, поэтому у меня полностью с тобой коррелируют с технической точки зрения мысли, и считаю точно так же. Бакс вниз, индекс вверх, ну и остальные валюты тоже вверх. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения. Остается дело за малым, как наблюдатель того, что происходит на рынках, следить за движениями, стараться что-то менять в своих предпочтениях, ожиданиях. Ну, правда, делать это адекватно, взвешивая все риски, переоценивая и технический фон, и фундаментальный. Этим мы с тобой, собственно, занимаемся и помогаем делать, анализировать рынки тем, кто с ними только знакомится, ну или ищет альтернативную точку зрения того, что происходит. Денис, спасибо, что уделил время. Тогда до четверга. В четверг мы с тобой уже подытожим, поговорим о результатах Федрезерва и посмотрим, где в этот момент будет доллар. О, будет, да, интересно. Это интересно. Спасибо тебе. Пока. До четверга. Пока-пока.